Икс-икс, с вами Белевикс. Всем привет! Сегодня ко мне пришла 8-я посылка из Америки с куклами Monster High и Ever After High. И я думаю, вам будет интересно посмотреть, что же внутри. Поэтому давайте поскорее откроем нашу посылку. И открывают наше видео три куклы Эверяшки серии Birthday Belle. Это Дача Свон, также Купидон, милашка, и Блонди Локс. Особенно посмотрите на ее волосы. Вот честно говоря, Блонди узнаю только по стилю одежды и выразительным глазам. Цвет волос такой необычный для Блонди Локс. Кстати, в коллекцию Birthday Belle входит также Кедрвуд и Розабелла Бьюти. Обзорчик тут. Смотрим дальше. Вау, а вот я вижу питомец Дракулауры. Это граф великолепный. Бу-бу-бу. Бу. О, я здесь вижу такой набор, но его я вам покажу чуть-чуть позже, потому что он очень хороший. Ой. Ни для кого не секрет, что я помимо Monster High и Ever After High раньше собирала кукол Bratz и Барби. А сейчас я решила заказать кукол Novi Stars. И посмотрим, каких именно кукол. И первая, и вторая. Это базовая Ари Рома. У нее, кстати, запах есть очень приятный. И это одноглазая Кэти Нуар. Я ее спалила точно. Нет, она не пахнет. Каждая Novi Stars славится своей фишкой. А, например, у Силы Клопс при нажатии на кнопку, а именно на ее серьгу, на правую, у нее начинается светиться глаз, причем красным цветом. Также тут есть базовая Али Электрик, и у нее светятся ноги желтым, красным, оранжевым и зеленым цветом. Еще. Так, это у нас Маэталик. Вроде бы так. И что у нее? Она у нас говорит. Смеется еще. Также здесь есть куколка Novi Stars из серии Orbit Beach. Это Ари Рома. Кстати, она у меня уже есть в базовой версии, где-где-где. Вот. И теперь еще в этой серии. Такая пляжная девчонка с очками. Интересная довольно. А этим девчонкам можно даже менять прически. О, господи, какая бы... Что? Какая большая коробка. Все ж отваливается. Что-то неудачно. Ну ладно, ничего. Все хорошо. Это Рой Ботик, звучит как бутик, ну ладно. И кто еще? Телевизон. Визон. Визон. Окей. Мне все нравится. Помимо этих кукляш, у меня в коллекции есть еще инопланетянка Унаверс, которую я уже купила давным-давно в Греции, год назад точно. Не удержалась и открыла. Что мне понравилось в этой инопланетянке, это то, что в ее полые ноги залита вода и засыпаны блестки и звездочки. Да и само сочетание белого и синего тоже ничего так. Опа, зима пришла, во, кул, а мы тебя совсем не ждали, потому что у нас лето, ну ладно. Серия Epic Winter подъехала. Ой, красавица. Блонди Локс, Брайер Бьюти. Также Эшли Нелла, знакомьтесь. Мэдалин Хэттер. Мани. И Эппл Вайт. Кстати, у девчонок новые лица. Кому идут больше такие улыбочки, напишите в комментарии. Ну и наконец-то тот самый интересный наборчик. Что же это? Это Буйорк Буйорк с Дракулаурой, Кэти Нуар и Клодин Вуль. К
Кстати, Дракулаура и Клодин уже выпускались в этой серии и в этих же образах, поэтому они решили перевыпуститься в этом наборе, а вот Кэт Нуар в этом образе еще не выпускалась. А если говорить серьезно, то этот набор — это эксклюзив магазина Toys R Us, а именно в Канаде, или же его можно редко-редко найти в Германии. Цена его безбашенная. И, кстати, если будет кому-то интересно, напишите в комментарии, и я сниму такое видео, сравнительный обзор именно Дракулауры и Клодин Вульф в этом сете, и где они в отдельных коробочках, потому что они действительно отличаются, например, мейкапом. Здесь они лучше, скажу честно. На этом наша посылка пуста. Вот, смотрите, пуста. Я вам не вру. Но не отключайтесь, потому что у нас продолжается, у нас все интересно. Сейчас все будет. К большому сожалению, в эту посылку не вошла вот эта малюсенькая коробочка. Эта малюсенькая коробочка весит 8 килограмм. Я не жалею, что она у меня появилась. Целых 8 килограмм счастья. Причем эта школа, она в 2 раза больше по ширине, чем катакомбы. В общем, я надеюсь, вам будет интересно посмотреть, как мы будем собирать этот набор, эту школу. Поэтому ставьте лайки и напишите в комментарии ваши пожелания. Когда я увидела этот набор, у меня был ор выше гор. Я считаю, что с этим набором можно воссоздавать любимые сцены в Monster High, в Ever After High. В общем, крутецкий, что можно еще сказать. Ну а на этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайк, если вам понравилась посылочка, и пишите в комментарии, на какую куклу или же на какой набор вы хотите обзор. Подписывайтесь на канал и следите за нашими конкурсами. Be cool and crazy! Пока-пока!